Друзья, всем добрый день, всем еще раз добро пожаловать на наш канал в YouTube. С вами Сами Тепло. В Турции, город Алания, дорогие друзья. Свидан на крепость. Сейчас с вами будем посмотреть одна большая, красивая вилла, друзья. Так что, друзья, как у вас настроение? Как у вас молодая жизнь? Вот у нас здесь такая погода. Действительно, лето уже начинается, чувствуется, друзья. Так что, кто жить хочет у себя дома, может быть, кому-то надоел отель, может быть, кому-то надоел шведский стол, друзья. Вот, есть такой возможность, вы можете жить возле Средиземного моря, именно у себя дома, дорогие друзья. Свидан на море и на гору, друзья. Действительно, друзья, надо у себя жить. Гостей хорошо, дома лучше, правда. Поэтому отельная жизнь, это совсем по-другому. А как-то у себя живете, как-то утром, во сколько хотите, встаете, свой завтрак готовитесь, и вот в таком виде еще сидите здесь, кушаете, вид на Средиземное море, вид на крепость, вид на гору, друзья, свежие, натуральные овощи, фрукты ждет вас в городе Алания, дорогие друзья, своим частным бассейном. Огромный, большой террас, друзья, это первый этаж, два этажа вилла, 200 квадратных метр и огромный большой террас. Вид, ваш вид никогда не закроется, вид на крепость, Аланский крепость. Так что, друзья, действительно сейчас такое время живем, все хотят у себя дома жить. Действительно, поэтому как раз такое время, друзья, вы можете даже онлайн купить недвижимость. Онлайн как можно купить, если вы хотите именно вот как конкретно какой-то квартира вам понравилась, мы для вас через Viber, WhatsApp покажем онлайн. Вы можете бронировать заранее, чтобы она не ушла, друзья. Либо на стадии стройка можете купить. От и до все информация на нашем сайте есть arbatoms.ru, либо ко мне, как владелец компании Arbatoms, можете обращаться. Давайте начнем отсюда. Зал огромный, большой зал. Как видите, она так продается. С мебелью, с бытовой техникой продается, друзья. Два этажа вилла, 200 квадратных метр. Вот в таком виде продается. Только некоторые посудомоечные не хватает. Остальная бытовая техника все есть. Стиральная машина. Здесь есть холодильник. Так далее, огромный большой кухни вместе с залом, друзья. Вообще, главный выход здесь, мы просто через балкон заходили с вами. Еще кусочек здесь, сад есть. Огромный большой панорамное окно. Если вот этот занавес откроем, весь Средиземное море у вас на руках, друзья. И здесь есть еще такой, отсюда тоже выход есть, бассейн. Вот бассейн. Отсюда в бассейне можете выходить, заходить. Действительно, вилла очень красивая. Кому интересна именно вилла, вот, пожалуйста. Давно мы с вами не поделили вилла. Теперь появилась вот такой интересная вилла. Если вам интересна именно цена, мы можем с вами индивидуально поговорить по поводу цены, потому что торг уместен, друзья. С правой стороны есть здесь санузел. Общий санузел, друзья. Итак, давайте теперь я вас приглашаю на втором этаже, посмотрим. Спальная комната 4+1, 200 квадратный метр, огромный, большой вилла. Итак, откуда начнем? Давайте. Вот это детская комната, тоже вид, открытый вид, панорамный вид. И здесь сразу с правой стороны есть вот такой, как хотите, так можете использовать, либо гостевая комната, либо родительская комната. Здесь тоже огромный большой кровать и огромный большой шкаф. И отсюда открывается вид
вид на Средиземное море. Вот такой любой окно, любой кварт, комната, вид на море, друзья. Так что здесь тоже вот такой шкаф огромный, большой шкаф открывается. Отсюда вот таком виде. Так что и сразу напротив у нас здесь санузел такой светленный. Санузел, вот душевая кабина, здесь туалет. Достаточно большой и вид, самый главный вид. Это чистый для любителей места, кому интересно именно вот в таком виде выставать, утром посмотреть. Теперь мы с вами перешли куда? Другая комната, спальная комната, родительская комната можно называть. Здесь более красивый, потому что более яркий. Здесь тоже так же одинаковый санузел. Итак, здесь тоже вот в таком виде шкаф. Огромный, большой шкаф, друзья. Вот в таком виде она продается. Давайте, здесь тоже огромный, большой террас есть. Уходим в террас, посмотрим. Вот такой огромный, большой террас. Вид, ваш вид никогда не закроется. Вид на крепость, вид на Клеопатра. Клеопатра отсюда вот видно. Очень длинный, широкий пляж. Клеопатра, вид на гору. Итак, друзья, что мы с вами смотрели? Смотрели практически центр Алании. Это район называется Бекташ. Вид на море и на гору, одна настоящая отдельно вилла с своим частным бассейном, друзья. 200 квадратных метров продается с мебелью, с бытовой техникой, друзья. Если вам нужна более подробная информация, можем с вами поговорить через Viber, WhatsApp и Telegram, друзья. Итак, друзья, всем желаю счастья, удачи, берегите себя. И никогда не забудьте, друзья, самое главное – здоровье. Пока-пока.